внимание. Уважаемые друзья, большое спасибо за праздник. Давайте скажем организаторам большое спасибо за то, что они в эти два дня очень плодотворно все обработали, все сделали. Все. Спасибо погоде. Да, немножко на сегодня немножко начало кукситься, но все равно все прошло без встречного шквального ветра. Все, результаты показаны очень хорошие. Каждый показал то, что хотел. Тот, кто дождался своих медалей, тот получил медали, сфотографировался, кто не дождался, тот уже где-то дома едет, да, но они зато без фотографий, без пьедестала. Ну, с медалями. Давайте скажем спасибо Тобольскому стадиону. Ну и надеюсь, что в следующий раз, когда мы приедем, он опять нас также порадует хорошей погодой и хорошими результатами. Спасибо вам, ребята. Следующее мероприятие по легкой атлетике, которое состоится в Тобольске 14-15 июля, это Тобольский пробег мира, открытый чемпионат и первенство Тюменской области. Полумарафон, 22 километра вас ждут, ребята. 5 километров и 22. Приезжайте.